Выбор общественных пространств для благоустройства в 2022 году вновь будет электронным, но меняется платформа для голосования. Она будет общей для всех регионов страны. Чтобы избежать накладок, жителям республики помогут волонтеры. Старт намечен на 26 апреля. Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Чувашии в этом году будет благоустроено 30 общественных пространств и одна дворовая территория. Уже начаты работы по благоустройству сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща». В перечень на будущий год вошли 25 муниципальных проектов. Голосование продлится до 30 мая. В каждом из районов участников будут созданы волонтерские штабы. Добровольцы будут консультировать жителей, отвечают на их вопросы и обязательно помогут проголосовать за понравившийся объект. Волонтеров в планшетах будет присутствовать облегченная версия общефедеральной платформы, а гражданину понадобится лишь назвать номер телефона.